В округе продолжается реализация патриотического проекта «Знамя Победы». До 9 мая в рамках его проведения пройдут различные соревнования, например, по самбо, боксу, рукопашному бою. Отметим, в этом году проект приурочен к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Как сообщает пресс-служба губернатора, во всех муниципалитетах региона будут изготовлены копии «Знамени Победы», которые станут частью праздничных торжеств, приуроченных к празднованию Дня Победы.